Совещание прошло в здании оргкомитета сочинских зимних игр. Каким может стать постолимпийский парк, детально рассмотрели в проекте планировки. Согласно ему, парк станет зеленее. По всей территории разобьют новые клумбы, установят живые беседки и высадят десятки деревьев разных пород. По словам губернатора, создать здесь зеленую зону сегодня одна из приоритетных задач. Очень важно, чтобы мы каждый год двигались такими понятными темпами, и каждый год парк приближался. Это очень важно, потому что мы у всей страны, хочу подчеркнуть, на виду, на слуху. Посещая Олимпийский парк, я 50% слышу мнение о том, что кто-то кому-то не понравилось то, что нет пунктов общественного питания, недостаточно их. А кому-то о том, что очень мало зелени и как-то все безлюдно. Мы должны радикально ситуацию с каждым годом улучшать. А мы должны из Олимпийского парка сделать, в общем-то, такой маленький дендрарий. Должна быть зеленая зона, клумбы. То есть должен быть парк. Да? Городской парк красивый, где, конечно, построены уникальные дворцы. Кроме того, отдельно в Сочи парке планируют организовать площадку со спортивными тренажерами, построить гольф-корт и детский городок. Увеличится здесь и количество точек общепита. Специальные павильоны накроют тентами. А на площади Медал Плаза соорудят сцену, где свои концерты смогут давать известные кубанские и российские артисты. Реализовать все эти планы краевые власти наметили уже со следующего года. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.